виден город мой. Рядом плещут волны Агидель. От уральских гор стаи облаков музыкою нежной долетели. Моя Уфа, жемчужина Урала, цветок венке российских городов. С тобою вместе юность расцветала, и чтоб воспеть тебя не хватит слов. Ордена Октябрьской революции город Уфа, столица Советской Башкирии, отчитывает пятый век своей истории. Рождением своим наш город обязан добровольному присоединению Башкирии к русскому государству. На холме, где некогда московские стрельцы заложили Уфимскую крепость, теперь высится монумент дружбы. Дружба народов – бесценное богатство, завещанное нам мудрыми предками. Страстным ее поборником был Салават Юлаев, поэт и воин, верный сподвижник Емельяна Пугачева. Салават не мыслил свободы без братства. И сейчас, навечно вздыбив бронзового коня на Бельской круче, он напоминает об этом. Примечательно, что автор памятника Салавату в Уфе – осетин Тавасиев. Город быстро растет и вширь, и ввысь, и старые строения остаются лишь небольшими островками прошлого в разливе рождающейся на наших глазах Нови. Дорога нам и Новь, дороги и реликвии города. И прежде всего дом, хранящий память об уфимской странице жизни Владимира Ильича Ленина. В 1900 году Ильич дважды побывал в нашем городе. Во второй приезд около 3 недель он жил в мезонине скромного особняка, где сняла квартирку, отбывавшая в Уфе ссылку Надежда Константиновна Крупская. «Мы жили на углу Жандармской и Тюремной. Я не раз смеялась, говоря, что характернее для нашей жизни название улиц не придумаешь», – писала впоследствии Надежда Константиновна. В Уфе Ленин предпринял первые практические шаги к осуществлению обдуманного в Шушенском плана строительства пролетарской партии нового типа. Создал один из первых опорных пунктов будущей «Искры».
Здесь нашел он единомышленников и учеников, составивших плеяду пламенных революционеров. В Уфимском доме музея вождя побывали более 3 миллионов посетителей. Он стал местом волнующих встреч юных ленинцев с ветеранами партии. Еще в 1924 году в Уфе был воздвигнут памятник Ильичу, один из первых в стране. Увековечена и память его соратника Александра Дмитриевича Цурюпы, видного революционера Шагита Ахметовича Худайбердина. Памятник героям революции и гражданской войны. Он создан на средства, заработанные молодежью республики на субботниках. Пламя вечной благодарности борцам за счастье народа горит в детском парке имени Ивана Степановича Якутова, слесаря железнодорожных мастерских, председателя Уфимского совета рабочих депутатов 1905 года. Все лучшее мы отдаем детям. Мы хотим, чтобы на их лицах всегда светилась радость, ведь это и наша радость. В Уфе более 1 миллиона жителей. При последней переписи населения она насчитала среди своих жителей представителей 102 наций и народностей. Но мы прекрасно понимаем друг друга и хотим, чтобы все люди Земли жили в такой же дружбе. Thank you.
Мы знаем цену миру и дружбе, потому что годы войны оставили неизгладимые следы и в памяти нашего города. В 1941-43 годах в Уфе находился исполком Коминтерна. В этом здании работали выдающиеся деятели международного коммунистического движения: Георгий Димитров, Клемент Готвальд, Отто Кусинен, Вильгельм Пик, Пальмира Тольятти, Морис Торрес. На собраниях и митингах уфимцев часто выступала Долорес Ибарури. В комнатах, где работала Ленинская гвардия планеты, можно услышать записи голосов людей, известных всему миру. На стендах фотографии и копии документов. В застекленных витринах труды, помеченные штампом библиотеки исполкома Коминтерна. Книги с дарственными надписями. Организуя движение сопротивления в порабощенных фашистами странах, коминтерновцы вели из Уфы радиовещание на 13 языках. Внимание, внимание! Започва своето предавание радиостанция Христо Ботев. Парла ла стационе радио Милано Либерта. Увага! Радиостанция Тадеуш Кощушко зачина своє аудиція. Внимание, внимание! Започва своето предавание радиостанция Христо Ботев. Из Уфы ушел на фронт Саша Матросов. Он обессмертил свое имя, закрыв грудью вражескую амбразуру. Подвиг сына русского народа повторил башкир Минигали Губайдулин. Им, героям Советского Союза, братьям по духу, мы воздвигли в Парке Победы общий памятник. Незабываемые подвиги наших отцов и матерей. Главный памятник им – мирные города и села. Наша Уфа – зеленая, нарядная, цветущая. Семь высших учебных заведений расположены в столице республики. Учебный процесс сочетается с научными изысканиями. Широкое признание получили исследования ученых и студентов. Крупные исследовательские и проектно-конструкторские работы ведутся в авиационном институте. Будущие нефтяники приобщаются к науке в своем студенческом научно-исследовательском институте. Thank you.
Для овладения профессией пчеловода в наш сельскохозяйственный институт приехала группа посланцев социалистического Вьетнама. Говорит Ван Тхи Гонг Фан. Мы, вьетнамцы, учимся в Башкирском сельскохозяйственном институте. Все будем инженерами и пчеловодами. Уфа нам очень нравится, особенно нам нравятся люди. Они нам помогают изучать русский язык, осваивать знания науки. На нашем факультете обучаются студенты разных национальностей. Русские, татары, башкиры, украинцы, киргизы и другие. Мы дружно живем одной семьей. Все мы готовимся стать мирными специалистами. Мы хотим, чтобы все хорошо жили, чтобы на земле всегда цвели цветы. Почти два десятилетия развиваются непосредственные связи между трудящимися Башкирской ССР и округа Галле Германской Демократической Республики. Крепче становится дружба, углубляется обмен опытом между коллективами предприятий, колхозов, вузов, школ. Растет число граждан двух социалистических государств, связанных личным знакомством и взаимной привязанностью. Вот приехали к молодым моторостроителям члены Союза свободной немецкой молодежи. Каждый из хозяев и гостей выразил свое заветное желание, скрепив подписью слова «Я голосую за мир». Гостям традиционно задается вопрос «Ваши впечатления об Уфе?» Unsere Delegation kommt aus dem Wappenbezirk Halle. Sie umfasst 32 Jugendliche, die spezialisiert auf dem Gebiet der Landwirtschaft. Наша делегация состоит из молодых работников сельского хозяйства округа Галле. Впечатления о столице республики, городе Уфе, конечно, самые наилучшие. Для многих это первое посещение Советского Союза и, в частности, города Уфы. Я первый раз в Советском Союзе, в первый раз в Уфе. Хочу сказать только одно. Все очень прекрасно. Чистый город, широкие улицы, кругом очень много зелени. И каждый день, который мы проводим здесь, доставляет мне большое наслаждение. В Уфе сосредоточены основные научные силы республики. Институты Башкирского филиала Академии наук СССР, десятки отраслевых научно-исследовательских и проектно-конструкторских учреждений. Школами передового опыта стали многие предприятия и, прежде всего, нефтеперерабатывающие заводы. В прославленном коллективе одного из них нашел свое призвание старший оператор, герой социалистического труда Зикаф Набиевич Даутов. На нашем ордена Ленина в Уфимском нефтеперерабатывающем заводе трудятся представители почти 30 национальностей. По правде говоря, мы рабочие об этом не задумываемся. Товарищи, мы оцениваем не по нации, а по деловым качествам. И нет ничего удивительного в том, что представители разных национальностей составляют единый коллектив, мы не видим. Дружба – это великая, можно сказать, производительная сила. На заводе не раз проходили вахты дружбы, в которых принимали участие представители с родственных предприятий Украины, Поволжья, Средней Азии. На вахтах дружбы каждый делился своим опытом открыто, деловито, доброжелательно.
Мы, рабочие, с нетерпением ждем такие встречи, потому что каждый получит или отдаст другу самые полезные не только знания и умения, но и верность сердца. Для нас, советских людей, дружба – святое дело. Многообразная продукция уфимских предприятий. Вот на наших глазах происходит маленькое чудо. Рождаются нити и ткани из стекла. В перечне продукции города также высококачественные кабели, электролампы, кожаная галантерея, витамины, лекарственные препараты. Известные изделия моторостроительного объединения, награжденного двумя орденами Ленина и орденом Красного Знамени. Отсюда поставляются моторы на автозаводы Москвы и Ижевска. Уфимское сердце москвича прекрасно выдержало испытания сложнейших международных авторалли. Производит Уфа и электротехнические изделия, телефонную аппаратуру. Электробритвы марки «Агидель» высоко оценили и советские космонавты. С автоматическими телефонными станциями имеют дело лишь специалисты. Но переговорные устройства желанные в каждой квартире. Особым успехом пользуются уфимские телефонные аппараты стиля ретро. Их выпускает объединение имени Кирова. Традиции народных промыслов развивают и обогащают объединение «Агидель» и «Дружба». Изделия из капа корня, поделки, в которых подчеркивается естественная красота дерева, сувениры. В них башкирские национальные мотивы сочетаются с искусством мастеров Палиха. Оригинальные ковры, вышивки украшают наш быт. Получили они признание и за рубежом, на выставках в Монреале, Лейпциге, Копенгагене. Экспонируются во многие страны. Уфа – город с богатой историей культуры. Например, Федор Иванович Шаляпин впервые как солист выступил в нашем городе. К высокому искусству приобщают театр оперы и балета и, конечно, Башкирский академический театр драмы. С неизменным успехом идет спектакль «И судьба, не судьба» по повести народного поэта Башкирии, героя социалистического труда Мустая Карима. Нас ждут и русский драматический театр, филармония, цирк, прекрасные дворцы культуры, библиотеки, парки, стадионы.
полнокровно, насыщенно живет Уфа. В этом она схожа со многими другими советскими городами. Схожа новыми жилыми массивами, кипением жизни на просторных улицах и проспектах, рабочим гулом заводов и строек, радостными лицами ребятишек, счастливыми глазами влюбленных, мудрой сосредоточенностью стариков. Мимо нас года чередой бегут, только ты, мой город, все моложе. Вечен город мой, я горжусь, что тут и мои следы остались тоже. Моя Уфа, жемчужина Урала, тобой согрет над пламенем костра. Стало тебе желаю мира, добра. И для меня ты песни сердца стала, тебе желаю мира, добра, тебе желаю мира, добра, тебе желаю.